сейчас здесь происходит? Почему вы вас препятствуете ему проехать? Он освобожден, да, на данный момент? Суд завершен. Какие претензии? Почему вы вас препятствуете? Объясните, пожалуйста. Вы куда хотите его забрать? Мы готовы поехать с вами, мы готовы сопроводить его. Пускай ваши люди отойдут подальше, мы с вами садимся в машину и едем в Кировский отдел, куда вы его приглашаете якобы. Уже который час? 22, правильно? А почему в такое время суток вы приглашаете человека, которого из зала суда выпустили уже? Понимаете? Вот поэтому мы сейчас сомневаемся, что вы можете не нарушить права человека, который мы защищаем, члены ОНК, который находится здесь. Вы же закон и право охраняете, правильно? А вы сейчас людям доказываете, что вы его не охраняете, вы его нарушаете, пытаясь запугать человека.